Всем привет! Совсем недавно вышла игрушка Tyranny, и сейчас мы попробуем в нее поиграть и пооптимизировать. Ну, не обещаю, что получится. Вот так выглядят настройки игры. Сейчас попробуем поискать на разрешение поменьше. Ну, самое минимальное получается 1280 на 720. Это не очень хорошо есть. Так. Покрутим тут. Сглаживание антиальясинг, конечно же, выключаем. А вот гамму регулируем на свой вкус. Это вряд ли влияет на производительность, размер шрифтов. Ну, я тут не знаю, что тут еще можно понастраивать. Вроде бы это все настройки. Применяем. Вот, картинка слегка уменьшилась. Нормально. Закрываем окошко. И пробуем новую игру. Что за игра, я не в курсе. Она только появилась. По-моему, какая-то RPG-шка. Но не скажу точно. Да, судя по вот этому окошку, это RPG-шка. Вот, нужно создать своего персонажа. Ну, давай, мужичок. Что мы из тебя сделаем? Что-то выбираю, в общем, от фонаря. Вот такой вот ниндзя получается. Очень много нужно делать. И FPS, как видите, слился. Ну, игра так себе. Тормозит. Довольно серьезно тормозит. Не очень приятно. Этим заниматься, я имею в виду, созданием персонажа. По крайней мере, вот в этом окне все тормозит довольно жестко. Пошла заставочка. Мы ее пропускаем. Вот такая красивая графика. Так, и что происходит? Что тут происходит? Вот плохо, что FPS слился, но я думаю, у кадров 10. Около 10, 9, 8 может FPS, то есть очень слабенький FPS. Так, 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 пошла болтовня. Не люблю болтовню. Ага, вот хулиган прибежал. Что дальше надо сделать? Куча менюшек. В общем, сложные игры. Вот эти RPG. Это такое все сложное. Ну, попробуем что-нибудь. Что-нибудь все равно попробуем. Так, ну что? Ну, иди уже. Ну, ну что ты стоишь? Что ж ему нужно сделать? О, как-то получилось. Так... Удар и пауза. Такое впечатление, что это пошаговая какая-то стратегия. Right. Так, о, есть. Пошла жара. Это. Ну, right. Вот так. Подойдем поближе. Ну, вот какая-то магия. Не знаю, что за магия. Вот так вот наломочим. Блин, он на меня переключился. Эй. Хулиган. Вау, зажигаем. Зажигаем, класс. Ну, нарисовано неплохо, но так тормозит. Ой-ой-ой, как оно жутко все тормозит. Давайте его уже добивать. Что, еще раз зажгем? Ну, попробуем. На. Не получилось, просто помер. Ладно, давайте пробовать улучшить производительность. Посмотрим, получится ли. Итак, игра, похоже, сделана на Unity, а это значит, что нужно сгонять в реестр, найти веточку настроек игры и немножечко их поковырять. Вот, тут куча всяких параметров. Ну, разбираться с ними особо я не буду, вот покажу, что я делал, в принципе, вот так вот. Разрешение, смотрите, можно выставить любое, теоретически. 640 на 480 поставим, отключим там эффектики и попробуем запустить. Ну, на 640 разрешение игра-то запустилась, но смотрите, интерфейс как-то выглядит не очень хорошо, покамест. Вот, пошла, пропускаем заставку. И уже 16, 15, 16 FPS. Ну, получше, чем было, по крайней мере.
смотрите, 10-15 FPS так уверенно, стабильно, более-менее держится. Но обратите внимание, что со шрифтами. Кошмар. Это кошмар. Может, конечно, там, помните, в настройках была настройка размеров шрифтов. Может, с этим можно поиграть и что-то получится. Ну, я уже это делать не буду. Сейчас попробуем замочить этого хулигана. И смотрите, 12-13 FPS во время боя. По-моему, неплохо. Ну, нехорошо, неплохо. Так, так себе. Так себе. Если кто-то очень хочет поиграть в эту игру, вот, пожалуйста, можно. Можно это сделать, но нужно ли? Это вопрос. Так. Здоровяк. А ну, помирай. Пора помирать. Так. Ну, давай, зажигай. Что-то не получается у меня в этот раз с магиями. Будем просто из лука мочить, да и все. Ну, давай. Yes. Вот так вот разделались с ним. Ну, FPS серьезно поднялся. FPS поднялся после модификации, но играть все равно тяжеловато. Вот такой результат, вот такой тест получился. На этом я его заканчиваю. До следующих видео. Всем пока.